Всем привет, с вами Лаф, и сегодня секция на восхождение в тени первой серии. Ну что ж, давайте начнем. Слышу про эту анимеху, то что она прям очень прикольная, так что давайте смотреть. Что ж такого в этом прикольного? А, ну понятно, что здесь прикольного, все, одобряю, лайк, вообще топовое аниме, топовое из всех. В самом начале прям показали то, что нужно. Неужели я заснула, пока читала? Так, слегка у себя... Поиск Дарвина, глава третья. У себя звук маленько убавлю. Не, ну я согласен, все, топовое аниме, топовое вообще из всех анимех. Кстати, реально... Я уже реально начинаю думать, что это топовое аниме. Светом обычно цензурят те самые места, а здесь вдруг зацензурили лицо почему-то. Либо это просто аниматоры что-то набутые, цензурщики такие подумали, нужно лицо цензурить, не нужно те места. Так. У нее что, боязнь публики, что ли? Поехали. Ну, у нее понятно, что типа она какая-то вот, она какая-то богатая, там, папарацци, все такое. Доброе утро, Нишина. И тебе доброе утро. Тебе тоже доброе утро. Привет, утречка. Есть один парень, который мне совсем не нравится. Да, я угадаю, потому что он тебя игнорит как-то, да? Доброе утро, Кагано. Оценки ниже среднего. Успехов в спорте тоже нет. В общем, полная бездарность. Утречка. Офигенно. То есть, серьезно, то есть... Как же меня эта логика бесит. Он мне совсем не нравится, потому что он ноль и там, и там. А тебе какое дело до этого, до человека? Человек хочет так жить, пусть так живет. Нишимура. Слушай, Кагино. В чем дело, Нишимура? Моя фамилия, к слову, не Нишимура. Эпизод первый. Надоедливый одноклассник. Моя фамилия, к слову, не Нишимура. У меня другая фамилия. Ой, я ошибся? Да, на самом деле моя фамилия... А, погодь, припоминаю. Ты, получается, ключевой персонаж. Ключ. Я, если что, извиняюсь, там... на заднем фоне, короче, это друг заболел, и поэтому будет кашлять иногда. Так что заранее извиняюсь. Чевой? Да, мой косяк. Я запомнил имя каждой ключевой фигуры в этой школе. В последние дни не высыпаюсь. Вот что-то и вылетело из головы. Так ты не помнишь? Мы же в одном классе и сидим рядом уже 3 месяца. 3 месяца! Не переживай. Ошибаться нормально, с кем не бывает. Угу. Прости. Нишитани. Да не Нишитани, я! Мне кажется, он ее специально так стебет. А она вот, я заметил, она какая-то реально какая-то высокомерная такая, типа, он мне не нравится, потому что у него он ни там не преуспел. Ну какое тебе дело, ё-моё? Ну человек хочет так жить, ну пусть так живет. Вообще, какое тебе дело до этого? А? Меня зовут Нишина Акане. Ладно, еще увидимся, Нишимура. Я Нишина! Память на Нишимура откатилась! Он ее специально троллит, я уверен. Впрочем, ошибку в моей фамилии я еще могу ему простить. Но не то, что он даже не взглянул на меня.
Я надеюсь... Казалось бы, он смотрит в мою сторону. Такое чувство... Его был направлен на... У меня сейчас такое чувство, как будто... Микрофон чересчур прям включен, я не знаю. Может, мне просто кажется. Может, я не знаю, может, кто-то регулятор мой, я не знаю, как-то покрутил, пока я на работе был. Ладно, пофигу. На что-то, находившееся позади меня. И он надеюсь... мне уже вкрайне надоел этой своей чертой. Акане, ты ведь играешь главную роль в новой дораме? Круто как! А в скольких ты уже снялась? Становишься популярнее, чем в том году. Ну, на деле я уже помираю от навалившегося стресса. Дораму обязательно гляну! Я изо всех сил стараюсь как можно меньше пересекаться с Кагино. С удовольствием. Ну так, конечно, ё-мо, вот все такие, таких тебя хвалят, все, ты такая крутая. О, ты, послушай, ты в дораме снялась вообще, во-во-во-во. А ему чисто пофиг. А вот она реально, она, я так понимаю, ну да, она зависимая такая, типа, папарацци она боится, но при этом очень обожает внимание, то есть, своих одноклассников. Не, я очень, правда, надеюсь, что со звуком все нормально. Если со звуком что-то не очень, то, пожалуйста, простите меня. Постараюсь в следующей серии, чтобы все было нормально. Бы игнорировала его существование, но почему-то я решила быть с ним помягче. 20553, 20554, 20... Когда я была в средней школе... Цензурят лицо опять. Пришлось приостановить актерскую карьеру в связи со скандалом. Ужас сталкера. И с того случая я начала надевать на себя маску. Ядро — предел живых существ. Выработка энергии в 8 миллионов раз превышает таковую у нефти. Больше. Больше силы. Так, а сбор анкет для школьного фестиваля мы поручим. А, учитель, можно я? Постой, а разве у тебя дополнительных занятий не будет? Ты в последние дни и так очень занята. А как по мне, в этом все и очарование. Да ладно, не смейтесь вот так. Так, сбором займется. Ты же следующий после нее. Хорошо. Давай, время пойти в клуб. На обратном пути заглянем к Юцу Гоши. Я стала отличницей, чтобы меня полюбили учителя. Стала популярной, чтобы меня полюбили одноклассники. Я стараюсь изо всех сил, чтобы меня любил каждый. И так я жила до этого дня. Прикольно. Ну зачем же такой ракурс показывать? Эй, блин, ну ты я бы... Нет, стул у меня со спинкой. Очень... Госпожа. Поэтому много я не могу реакции снимать. Потому что спина начинает болеть. Не отвечает. Угу. Этого водителя поймали какие-то мужики. Впервые с того случая я иду домой пешком. Опа! О-о-о! Громыло такой! Это ведь ты, не Шинакане? Почему? Почему? Нет!
наконец-то подействовала. Хорошо, тащи ее в машину. Не указывай мне тут, ты хрен с горы. Ну, естественно, он ее сейчас как-то, я не знаю, либо спасет, либо там в полицию обратится, типа. Наверное, все-таки сам, наверное, придет ее спасет. Наверное. Я не знаю. Просто, как я заметил, какой-то тоже очень странный. Вот этот вот чел, он тоже какой-то, ну, такой странный он. Там было показано, что он что-то этот, как же он называется, экспандер или как там, вот, типа вот так сжимал, потом какой-то там что-то читал, ё-моё, там вот это... Еще там в эти фразу, я эту запомнил фразу, он такой сказал, типа, больше сил, ё-моё. Он как-то, я не знаю, прям прокачивается, ё-моё. Типа, прям тренируется, ё-моё. Типа, то... тоже, я не знаю, там... Ну, называется «Восхождение в тени». Он... Ладно, не буду пока догадок строить. Из группы компаний Нишина вышла на ночную прогулку совсем одна. Все равно, что попросить кого-нибудь похитить тебя. Веди себя хорошо. Залог мы попросили. Мы отпустим тебя, когда заплатят. Ну, по идее, так все и будет. Но ты же знаешь, что у твоего отца и без того врагов достаточно. Заткнись уже. Че? Ты здесь никто. Харапи тушится передо мной. Сказал уже, заткнись, старомодный бандюган. Угу. Ну, я так и думал. О-хо-хо-хо-хо. Он прям... Я сейчас прям Рок Ли вспомнил, когда он эти свои утяжелители снял. Наконец-то мне подвернулась удача, но все идет через одно место. Утешишь меня немного, а? Это называется фан-сервисом. Начнем с твоего славного ротика. Не брыкайся мне тут! Уже привыкла, да? Тебя же вроде второй раз так похищают. В прошлый раз тебя так сталкер похитил, я не ошибаюсь? Поверь, я уж получше того придурка буду. Да уж, ну это тоже, конечно, не сладко. Модный убийца бандитов. Как же это сейчас смешно звучало. Плав... А он я? Он реально его убьет? О. Впечатляет. А ты способный малый. Модный убийца бандитов. Ну, имечко такое себе, если честно. Как же мне скучно было с тех пор, как из армии выгнали. Похищал всяких простодушных девок и объединялся с разными отбросами. Слишком уж спокойно в стране. Вот значит, как вы. Отлично, всегда хотел столкнуться с воякой. Ну, иди уже сюда, модно убийца бандитов! Да блин, ну имечко такое себе. Уже чувствую. Все тот же экстаз. Значит, он что-то вроде садиста. Лом удобный, бывший солдатик. Фиг сломаешь. Легко с собой носить. Даже на допросе можно запросто оправдание придумать. И что важнее, пользоваться им прямо как тонфой. Черт, а ты и правда силен. Но есть и небольшой недостаток. Это огромный разрыв в физических способностях. Мне надо лишь голову прикрывать. Одного удара достаточно, чтобы прикончить тебя. Разумеется.
Я в одиночку бьюсь с бывшим солдатом. Что верно, то верно. Так что пора и силу свою показать. Чего? О, возможности в использовании лома по форме как тонфа. Вес, прочность, мобильность. В каждом аспекте у него невероятный потенциал. Каждую ночь я втихаря избивал одну банду байкеров за другой. Нормально, он тренировался. Так это... ты тот монстр, что лишь одним ломом разносил ба... О нем уже слухи прям аж пошли, ё-моё. Я думал, он типа сейчас как бы как впервые появился, а он о нем уже прям слухи ходят. Банды байкеров? С недавних пор они ходят в шлемах. Да. Чтобы по башке при случае не получить. И вот тут-то я пришел к одному выводу. Знаешь, по сравнению с... Сообщение какое-то пришло. Ну-ка. Ладно, потом. Куда эффективнее при простых ударах. Получай. В этом кроется его потенциал. Да выёживался, вояка. И тогда удар выйдет таким. Ох, как... Ой, капец. Да, жесткий ты, конечно, чел. А, не, он вроде живой. Не, ну имечко такое себе. Придумай что-нибудь получше. Ну, естественно, веревки. Веревки. Это уже очевидно. В следующий раз будь осторожнее. Во-во. Я так и думал. Все не то. Моя битва с бывшим солдатом еще не сравнилась с возвышением в тени. О-о-о! Вот оно, вот оно. Я вызвала полицию и пережила ряд бурных событий. Отец принял не то. Вот почему аниме так называется. Не предалось огласке. В конце концов, личность того модного убийцы бандитов. Да ё-моё, ну имя. Ну имечко такое себе. Вот честно. Хоть бы как-нибудь по-другому себя назвал. Доброе утро, и тебе доброе утро. Даже обычное имя даже Мститель и то получше бы звучало. Просто Мститель. Или просто убийца, например. Вот просто убийца. Доброе утро, Кагина. Доброе утро, Нишино. Ну и ну. Нишино не моя. Он сказал без ошибки. И в этот раз он действительно смотрит прямо на меня. С Кагина у нас есть кое-что общее. Он тоже носит маску. Откуда-то я знаю, что это так. Правда, я думал, он ее опять троллить будет, а нет. У меня нет. И к следующим новостям. Ранним утром в городе Сакуразака ученик старшей школы Кагина Минору попал под грузовик и погиб. Опа! О, ну... Как во всех анимехах такое бывает, как его называют, вроде грузовик Тян или грузовик Сан, короче, это уже прям реально, это, можно сказать, теперь отдельный такой персонаж, который... Это не просто грузовик, а просто отдельный персонаж во всех анимехах-попаданцах, который сбивает ГГ, и он попадает в другой мир. Вот. Не смотрел на дорогу.
Это еще не конец. После этих титров будет продолжение. Озвучено проектом Anilibria.tv. А, реально, кстати, вы гляньте, сколько еще. Видео. Так, сейчас помотаем. О, все. Я не помню, как это началось. Когда я это заметил, у меня появилось стремление. Так же, как каждый в детстве хотел стать героем, меня не обошла эта мечта. В отличие от других детей, мое стремление не было какой-то временной хотелкой. Долгое время это зрело в моем сердце, и на протяжении многих лет это мотивировало меня. Чтобы стать сильнее, я изо всех сил старался завладеть всем необходимым. Но в школе я вел себя, как все. Не выделялся. Просто безобидный Джон Доу. Пока никто не видел, я обучался всему, чему только мог. Пусть все остальные и забыли о своих детских мечтах стать героем. Это отчасти, всего лишь отчасти, сделало меня сентиментальным. Ведь я сохранил свою цель. И ждал дня, который обязательно наступит. Но теперь я вынужден столкнуться с реальностью. Все это было бессмысленно. Неважно, скольким боевым навыкам я обучусь, мне все равно не стать всесильным героем, как в историях. В лучшем случае я могу нападать хулиганам. К примеру, если меня окружат солдаты, то мне конец. Ну, если бы я стал лучшим бойцом, то смог бы нанести ответный удар. Но что дальше? Что? А что, если сбросят ядерную бомбу? Сколько бы я ни тренировал свои тело, разум и навыки, рядом с ядерной бомбой все это обращается в ничто. Я ну да. Человек. Я должен выйти за пределы. Тому, кем я стремлюсь стать, ядерные бомбы нипочем. Компромиссом не бывать. О-о-о-о. Все уже в другом мире. Все, уже гарем собрал. Моментально. Все идет по мудрому плану господина. Подобная проницательность вызывает лишь трепет. Наконец-то великолепная охота. Я в предвкушении. От меня пощады не ждите. Мы ожидаем ваших приказов, господин. Чисто только вот только тяночки. Не уверен, что все чудно. Типичный гаремник, вот я бы, вот. И ГГ тоже вот такой, только тяночек соберу, ё-моё. Должен был так сказать. Долгожданное перевоплощение, долгожданный новый мир и долгожданная фраза. Мне нужно больше силы. Магия. Уж с ней-то под рукой. Я стремлюсь лишь к одному. Вперед. Теперь я достигну того, что хотел. И ради этого я готов отказаться от всего. Нет, откажусь от всего. Если это поможет мне, то я готов пожертвовать всем. Не как главный герой, не как главный злодей. Я хочу менять историю под себя и демонстрировать силу лишь в тени. Восхождение в тени. Эх. Так, еще ё-моё, я не знаю, посмотрите эндинг или нет. Не, ладно. Потом посмотрю как-нибудь. Ну, что я могу сказать? Пока что, ну, мне кажется, что это такой
типичное вот такое вот аниме, типа там про попаданца, но типа он в обычном мире был необычным, то есть типа он тренировался, все такое. Это еще и гаремник вдобавок. Ну, как-то мне кажется, все типично. Но хотя я прям слышу, что это прям анимеха, то есть прям, ну, зашла многим. Ну ладно, вот так что продолжим ее смотреть. Пойду прямо сейчас смотреть вторую серию. Ну что ж, с вами был Лафер. Подписывайтесь на Бусти, там реакции выходят чуть раньше. Вот чуть-чуть раньше. Еще вдобавок они без баннера, который сейчас вот находится прямо на анимешке. Ну что ж, и подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и пишите комментарии для продвижения этой реакции. Ну что ж, всем покеда.